Да что же это такое? Тьфу. О, девушки, скажите, пожалуйста, где здесь гостиница? Новая Заря? А чего вы улыбаетесь? Нет, ничего. Ну так где же эта ваша Новая Заря? Повернете вон туда, за угол первый дом. Ага, за углом, значит. Спасибо. Добро пожаловать в нашу столицу. Спасибо большое. Здорово, бать. Казенный дом ломаешь, да? 15 суток захотел? Да нет, зачем 15? Мне только одну ночь переночевать. Да? А ты куда ехал-то? В техникум. А это что такое, скажи? Ну что, гостиница. Гостиница. Психолечебница это, а не гостиница, ясно тебе? Да, Новая Заря. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а... Аркадия Николаевича нет. Дело в том, что я... Ну, я же ясно сказала. Нет, Аркадия Николаевича нет. Его понимаете? О, Господи. Ну, вы что, не слышали, молодой человек? Я не молодой человек. Я преподаватель. Вот направление. Я подожду его там. Ой, ля-ля. В Америке, недалеко от Ниагарского водопада, обнаружили какое-то неизвестное племя. Правда, что ли? Ну, подожди. Люди этого племени имеют кое-какие особенности. Ну-ка, какие? Вот такое ухо и шишку на лбу. А знаете почему? Не знаете? Да почему? Когда они утром просыпаются, так, они прикладывают ладонь к уху и говорят, и шо это там шумит? Тюша. А потом догадываются, бьют себя по лбу и кричат, ах! Так это ж Ниагарский водопад. Слушайте, идея. Давайте сейчас всей группой в кино. А угу. Что, давай? Какая сейчас пара? Литература. Литература. Литература, а пара свободная. А если математикой заменят? А мы могли и не знать. Вот именно. Великолепно. Да. Слышь, ребята, новость. Наташку Марееву из общаги турнули. Как это? За что? Не слышал. Опять в ее комнате стекла побили. Так она здесь при чем? Она же не виновата. Виновата. О, иди давай. Из-за тебя, небось, не побьют. Не побьют. Угу. Потому что я с хулиганами не гуляю. Ишь ты, иди. Ой-ой-ой, ну и давай.
Иди. С кем она гуляет вообще? Ну что, отцы, соорудим петицию? Да кому? Карташу? Напрасный труд. Зачем Карташу? Директору. А что, он уже приехал? Ну, так, мол, и так. Выгоняю человека ни за что, ни про что. Точно? Жалко Наташку. Давайте. Ну, конечно. Ну и что? Идем к директору. Ребятушки, что здесь за собрание? Что случилось? Ребята, вы не видели нового преподавателя? Такой молодой, стройный. Здесь молодой, стройный. Алексей Владимирович, вы поели? Да. Идемте, вас ждет директор. Ниагарский водопад. Вот тебе фунт. Заходите, пожалуйста. Вы уж меня извините ради бога, но вид у вас абсолютно юный. Угу. Да ничего. Вы оставьте здесь. Но ведь такими коробками мы ослабим все перекрытия. Да, 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 Аркадий Николаевич. Да. Здрасте, Аркадий Николаевич, хоккеист Александров, вы знаете? Да. Я его однофамилец, а вы? А я Хромов Алексей Владимирович. Очень приятно. Москвич? Да. Ну, сразу видно. Леночка, Карташова, пожалуйста. Хорошо, Аркадий Николаевич. Знакомьтесь, наш бывший ученик, так сказать, наша гордость, когда постыжемся. Карасев? Хромов. Посидите, у нас тут, знаете, да? Предлагаю пристроить отдельный лабораторный корпус. Не исключено, дорогой. Почему? Исполком не разрешит. Ну, я тогда не знаю, что делать. Соображай, соображай. Когда думаете начинать? Ну, а когда нужно? Вчера. Я всегда готов. Это отлично. Очень хорошо. А, Михаил Петрович, познакомьтесь, пожалуйста. Это наш зауч Михаил Петрович. Это новый литератор Алексей Владимирович. Карташов. Хромов. Михаил Петрович, я тут занят немножко с этим гением. Представьте, пожалуйста, товарища. В какой группе? 210-й. По-моему, директор представляет нового преподавателя. Михаил Петрович, ну не будем формалистами, уже был звонок, пожалуйста. Ну, идемте. Не пуха. А где все остальные? Гриценко? А мы не знали, что у нас будет литература. Это не оправдание. Садитесь. Подойдите, пожалуйста. Михаил Петрович, может, я просто поговорю с ребятами? Как хотите. Это ваш новый преподаватель литературы Алексей Владимирович. Актусов, вы почему 2 дня не были на занятиях? А у меня справка. После уроков зайдете ко мне. Есть. Ну что ж. Давайте знакомиться. Давайте. Я, значит, Хромов Алексей Владимирович. А я, значит, кардинал Ришелье. Так. Честно говоря, кардинал, я вас представлял несколько иначе. Ну, может быть, тогда вы познакомите меня со своими приближенными? С удовольствием. Вот, например, графиня Белевич. Дам просто приятная. Пак, схлопочешь. А вот маркиза Ахматьянова. Дам приятный во всех отношениях. А вот граф Монте-Кристо. Кончай базарить. Нет, ничего, мы же просто знакомимся. А чё ты злишься? Кончай. Ну, может быть, будут какие-то вопросы? А вы к нам надолго? Ну, это, наверное, во многом будет зависеть от вас. Для начала хотелось бы, чтобы кардиналы и маркизы вставали, разговаривая с преподавателем. Скажите,
Скажите, пожалуйста, а вы женаты? Ну что ты, Раечка, Алексей Владимирович не женат. Почему вы так думаете? Вы слишком часто краснеете. Да, с вами не соскучишься. Да уж. Алексей Владимирович, ведь Мариевой придется уйти из техникума. Ну, вы меня ставите в очень трудное положение, братцы. Я ведь никого не знаю в технику. Ни Мариевой, ни Завуча. Как она, кстати, учится? Хорошо, отличница. Да. А вон она, Алексей Владимирович. Наташа! Наташа, Мариева! У нас новый педагог Алексей Владимирович Хромов. Посмотри, пожалуйста. Он идет. Здравствуйте. Здравствуйте, Мареева. Здравствуйте. Ты его что, знаешь, что ли? Здравствуйте. Да. Михаил Петрович, можно вас на минутку? Я слушаю вас. Я хотел посоветоваться насчет Мареевой. А что такое? Да ребята говорят, что вы выселяете ее из общежития. Это ваш журнал. Да, выселяем. Но ребята говорят, что это равносильно отчислению из техникума. Что еще говорят ребята? Нет, но она одна, у нее нет родственников в городе, и потом она учится на отлично. Это кто учится на отлично? Мареева отличница. Где моя папка? Я бы этого не сказала. Вас разыграли. Дело не в этом. Я думаю, вы в принципе неверно начинаете. Первый день в техникуме, а уже позволяете себе судить. Да нет, никого я не собираюсь судить, но выгонять человека за одно разбитое стекло, я не знаю. Товарищи, товарищи, минуточку. Ну, во-первых, давайте знакомиться. Алексей Владимирович Хромов, наш новый литератор. Прошу любить и жаловать. Михаил Петрович, может, мы не будем так сразу громить нашего молодого специалиста, а? Правда, товарищ? Тем более в его словах есть резон. С Мареевой вы обошлись действительно крутовато. Аркадий Николаевич, у меня на столе лежит докладная коменданта. Вы и сами не раз говорили, что пора навести порядок в общежитии. Вот и давайте, давайте наводить. Ну зачем же рубить голову, Михаил Петрович? Алексей Владимирович, зайдите ко мне в конце дня. Ага. В самом деле, Михаил Петрович, методы у вас. Выгнать-то ведь легче всего. Легче всего, Марья Осиповна, никому не ставить двоек. И все хорошие, и педагоги, и учащиеся, и процентик на высоте. А вы проверьте знания моих учеников. Проверьте. Мне бояться нечего. Товарищи, товарищи, вы что, звонка не слышали? Лих, это у вас получилось. Что именно? Ваш Филиппика в защиту Мареевой. Кое-кто только ждет повода, чтобы придраться к Карташову. Но уж ваше выступление просто клад для них. Вы считаете, я умышленно? Я ведь действительно никого здесь не знаю. Мне казалось... Что он за человек? Человек как человек. Когда-то был крупным инженером, стройкой руководил. Там что-то стряслось у них, аварии, что ли. К тому же с семьей у него не лады, оказался здесь. Так может быть, он и срывает на других? Знаете, ущемленное самолюбие. Знаете, я бы на вашем месте не торопился с выводами. Поживите, поработайте. Может, сами разберетесь, кто есть кто. Ай,
Елена Станиславовна, простите, а что, Михаил Петрович ушел уже? Михаил Петрович ушел. Домой? Ну, а куда же еще? Сердцем у него плохо. Что? Плохо? До свидания. До свидания. Пожалуйста, не вставайте. Может, все-таки отвезти вас, Борис? Не нужно. Ну, хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Если не станет лучше, вызывайте снова. Мы его госпитализируем. До свидания. До свидания. Да, до свидания. Вы проснулись, Михаил Петрович? Доброе утро. Я убегаю? Молоко. Лекарства. Все. Лежите. Так, телефон. Не вставайте. Ну, я побежал. А спали как? Как в кино. Сны видел цветные, широкоэкранные. Но я побежал. Вечером я забегу, Михаил Петрович. Так, на прошлых занятиях мы говорили с вами о социальном значении романа Толстого «Анна Каренина». Сегодня я хочу задать вам несколько необычный вопрос. Что вы нашли для себя в этом романе? Понимаете вопрос? Не совсем. Понимаем, конечно. Ну, чем он особенно взволновал вас лично? Нашли вы в нем что-то созвучное своим мыслям? Или так прочитали его, как далекую историю любви какой-то аристократки и военного? Подумайте и ответьте, если возможно. Да, пожалуйста, Мареева. Я могу сказать. Могу. Меня поразило, как описывает Толстой. Ну, то, что чувствует Анна в самые острые моменты своей жизни. Я не понимаю, откуда в этом человеке такое знание женской души. Так как пишет Толстой, как он описывает настроение, мысли, самые затаённые мысли Анны, могла написать только женщина. А это какое место в романе? Это когда Анна поняла, то есть понимает, что Вронский разлюбил ее. Она вспоминает свой последний разговор с Вронским. И вспоминая все те жестокие слова, которые он сказал, Анна придумывала еще те слова, которые он, очевидно, желал и мог сказать ей. И все более и более раздражалась. «Я вас не держу», — мог сказать он. «Вы можете идти, куда хотите. Если вам нужны деньги, я вам дам. Сколько вам нужно рублей?» Все самые жестокие слова, которые мог сказать грубый человек, он сказал ей в ее воображении. И она не прощала ему их, как будто он действительно сказал их. Или вот,
Я уверена, что вы прошли мимо этого места. И смерть, как единственное средство восстановить в его сердце любовь к ней, ясно и живо представилась ей. Смертью своей она хотела вернуть любовь Бронского, любовь дорогого ей человека. А это витамины. Поправляйтесь. Спасибо. Но напрасно это вы. Ничего не напрасно. Ну, я пойду. До свидания. До свидания. Алёша? Да? Алексей Владимирович, ну что вы будете в гостинице жить? Хотите, у меня места, как видите, хватит. Не понравится, съедете в любой момент. Ну, спасибо, Михаил Петрович. Ну, так и переселяйтесь. Спасибо. Алёша? Да? Тут за мной машина пришла, я вас сейчас подвезу. Хорошо. Алексей Владимирович? Да? Скажите, пожалуйста, шоферу, что, наверное, я не поеду. А он вас подвезет. Хорошо. Поправляйтесь, Михаил Петрович. Спасибо. Доброе утро, Елена Станиславовна. Доброе утро. У себя? Можно, Аркадий Николаевич? А, Алёша, здорово. Как дела? Какой вы? На свадьбу пригласили. Привет. Я на минутку. Михаил Петрович заболел. Заболел? А что такое? Стенокардия. Ух ты. Слушай, я вот что хотел. У тебя родители где? Отца нет, мать в Москве. Кем работает? В библиотеке. Библиотекарем? Значит, надо помогать. У тебя сколько часов? 18. Маловато. Слушай, на вечернем отделении есть несколько часов. Поработаешь? Ну, конечно, если можно. Все сделаем, все в наших руках, Алёша. Ну, спасибо, Аркадий Николаевич. Как Мареева? Хороша? Окей? Только хлопот. Ну, ладно, давай. Что? Нет, ничего. Это что? Я раньше на самосвале работал. До того башкой достукался, заикаться стал. Да. Подушку в кабине ремнями привязал. А теперь? А теперь блеск. Да. А вы зачем на стройку-то? Да. Строители шефы наши. Директор попросил кое-что уточнить насчет летней практики. Ну, заодно и со стройкой познакомлюсь. Стой, Андрей. Наташ! Здравствуйте. Алексей Владимирович? Садитесь. Спасибо. Мне недалеко. Ну, садитесь, мы вас подвезем. Хорошо. Ну вот, садитесь, садитесь. Вам куда? Прямо. Андрей! А вы, стало быть, Наташа. Угадали. А вы куда собрались, Алексей Владимирович? А куда мы, Андрей? Как куда?
На стройку в Ботановку. Может, составите компанию? Далеко. На моем-то лимузине, да вы что, обижаете? В самом деле, действительно, поехали, Наташа. Нет, не могу. Почему? Мы же ненадолго. Наташа, соглашайтесь, прокачусь ветерком. Я ведь в общежитии, Алексей Владимирович. Ну, ничего, я разрешаю вам опоздать. Злоупотребляете властью. Учтите это. Учтем. Давай, Андрей. На земле теперь светлей и радостней, каждый день наполнен синевой. Может, это просто показалось мне, что у счастья даже голос твой, что у счастья даже голос твой. А у дома нашего, а у дома нашего зацепился за небо краешек зари. Ни о чем не спрашивай, ни о чем не спрашивай, ничего пока не говори. Ни о чем не спрашивай, ни о чем не спрашивай, ничего пока не говори. Вечера стоят такие ясные, ночь приходит, звездами слепя. Может, это только показалось мне, что на свете нет родней тебя, что на свете нет родней тебя. А у дома нашего, а у дома нашего зацепился за небо краешек зари. Ни о чем не спрашивай, ни о чем не спрашивай, ничего пока не говори. Ни о чем не спрашивай, ни о чем не спрашивай, ничего пока не говори. Ничего пока не говори. Я ведь знаю, это вы заставили завуча отменить приказ. Нет, директор. Я только высказал свое мнение и все. Но вы же меня совсем не знаете. Уже знаю. Мне ребята сказали, что вы не виноваты. Дальше не провожайте, будет лучше. Всего вам доброго. Спокойной ночи. С кем это ты? Алексей Владимирович, бегите! Олег! Алексей Владимирович? Кто это такой? Интересно познакомиться. Олег, прошу тебя, это учитель наш. Учитель? Чему уже интересно, он тебя здесь учит? Олег, умоляю тебя! Олег, не тронь его, слышишь? Олег, умоляю, Олег, не тронь его! Не трогай девушку! Олег! Наташа, уходите отсюда! И позови скорую! Оставь ее! Да ты не бойся, учитель, мы тебя не тронем. Ты только станешь на колени и попросишь прощения. Не понял. Здравствуйте. Так, Раиса Андреевна, у вас нет моего журнала? Нет, нет, не видела. Добрый день, товарищи. Елена Васильевна, как семинар? Состоится, Аркадий. Очень хорошо. Здравствуйте. Алексей Владимирович. Здрасте. Пойдемте со мной. На ковер. Вот, Михаил Петрович, полюбуйтесь на нашего красавца.
Что с вами, Алексей Владимирович? Что не пил, головой ручаюсь. Следы доблести. Явно заступился за кого-нибудь. Честь, так сказать, защитил. Да, Алексей Владимирович? Можно допускать его в таком виде к занятиям? Смотрите сами. Вы зауч. Вам виднее. Идите домой. Идите. А сами вы его отправить не могли? Михаил Петрович, вы ж зауч. Расписание в ваших руках. Откуда это? Расписание. Мне ли не знать вас, Аркадий Николаевич? Отпустите меня на пенсию. Да вы что? В начале года? По состоянию здоровья. Здравствуйте. А вы куда это собрались? А, физкультура. Физкультура. Да. Давайте погоняем. Я тебе говорил, да? Черт знает, что получается. Человека побили, он же, оказывается, виноват. Ну, да. Не расстраивайтесь, Алексей Владимирович. Как-нибудь утрясется. Конечно. Утешно. Что там? А при чем здесь это-то? Вы говорили, что спросите. Я всю ночь зубрил, оказывается, напрасно. Ой, шею вымыла, она на свидание не пришла. Шутки у тебя. А вы не заметили, кто на вас напал? Картотеку подавай. Темно было. Жаль, а то бы мы с ним поговорили. Ой, ты поговорила. Известный картеист Раиса Белевич. Ой, да уж не отсиживался бы в кустах, как некоторые. Вы же увидите хулигана и дрожь в коленках. Раечка, солнышко, а вот ты пойди со мной, я тебя от тигра полосатого спасу. Чем с тобой, так я уж лучше с этим самым тигром в кино. Витя, а что вы учили ночью-то? А то, что вы задавали. А что я задавал? А то, что я учил. Да не могу, Пак. Да ничего ты не учил, Пак. Голову наотрез. Я не учил, да? Ладно, держись. Сейчас мы ее изготовим. Давай. Скажи-ка, милочка, а кто убил царевича Дмитрия в Угличе? Изготовил. Кто убил? Борис Годунов убил. Ну, помнишь? И мальчики кровавые в глазах. Пушкина не читал? Читали мы Пушкина. Но читали кое-что и другое. Годунову было невыгодно убивать царевича. Скорее, это было на руку его врагу, боярину Шуйскому. Так что царевич скорее убил Шуйский. Ну, насчет убийства в Угличе вопрос не ясен. Скорее всего, он сам натолкнулся на нож. А вы статью профессора Скрынникова читали? А, да, Алексей Владимирович. Профессор Скрынников
исследовал убийство в Угличе, исходя из принципа древних юристов. Кви продест. Кому выгодно. Съела? Вот, исходя из этого принципа, Годунову действительно было невыгодно убивать царевича. Но вообще в истории много неясного и загадочного. А разрешите вопросик, Алексей Владимирович? Давайте. А вот скажите, кому было выгодно покушение на вас? Об этом история умалчивает. Райан! Райан, Наташа уезжает! Как? Почему? Свердловским 10.05, через 20 минут поезд. Ребята, как же... Подождите, подождите, куда уезжает? Совсем? Я не знаю. Вот так-так, довел ее все-таки этот гад. А вы-то куда смотрели? Ну, я же говорил, директор, надо было идти. Алексей Владимирович. Да все. Может, вы не в курсе? Это бывший ее муж. Ну и что? Семью, что ли, боялись разрушить? Да не в этом дело. Ой, деятели. Алексей Владимирович. Вот так всегда. Человек побежал, а мы стоим. Дальше слово делаем. Давай. Ребята, идет. Я к тебе еще подойду. Только не забудь. Ага. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Кто дежурный? Раиса Белевич. Опять я? Кого нет? Нет, Мещерякова. Так. Нина Николаевна его отпустила. Еще кого нет? Потом нет Реутова. Остальные все здесь? Твоя работа. А если и моя? Зачем тебе это нужно? А затем и нужно, что это черт знает что. Фронтовик, крупный инженер. Живете, простите, как одинокий волк. Ладно, идем. Хотите, расскажу одну историю? Однажды в зоопарк привезли слона. И вдруг выясняется, что слон не спит. И чтобы не упасть, выдолбил в стене отверстие, просунул туда бивни и так стоит. Сутки, двое, неделю. И что оказалось? Что когда стадо слонов спит, обязательно один должен стоять на страже. Ну что делать? Тогда срочно выписали еще одного слона, и этот уснул и проспал двое суток. Вот. Вы не обижайтесь, Михаил Петрович, но... Вы мне напоминаете... Вот этого одинокого слона. Теперь уже не волк, а слон. Ну что вы смеетесь? Потому что второй слон — это ты. Кто это? Не знаю.
шпионы какие-то с тобой. Что делать? Пошли. Замерз. Зайдем. Зайдем. О, горячая. Ну что? Ну что, замерзла? Ни капельки. Леночка, добрый день. Здрасте. Жена звонила. И вот это. Ну вот, все нормально. Спасибо. Вы что-то хотите еще? Я об Алексее Владимировиче. А что такое? Вы знаете, что у него роман с Мареевой? Я понимаю, молодой, красивый, но зачем же так? Со студенткой. Даже смешно. Вы знаете, что про них говорят? Елена Станиславовна, на вашем месте я бы меньше слушал, что говорят. Да? Да. Ну, хорошо. Я хотела как лучше. Я с известием не очень приятным. Да, слушаю. У вас преподаватель литературы Хромов есть такой? А, да, конечно. Вам известно, что он встречается со своей студенткой Мареевой? А... Минуточку. Михаил Петрович, зайдите, пожалуйста. Иду. Секундочку, я пригласил завуча. Водички не желаете? Пожалуйста. Михаил Петрович, товарищ Пелевин, отец нашей студентки. Раз. А что такое? Насчет Хромова. Вот товарищ Пелевин говорит, что Хромов встречается с Мареевой. Откуда вам это известно? Здравствуйте. Об этом все говорят. Их повсюду видят вместе. Я не вижу в этом ничего криминального. Ну, не знаю, не знаю. У меня дочь ей 17 лет. Могу я доверить ее воспитание вот такому ловеласу? Да, да, да. Выбирайте выражение, товарищ Пелевин. Это еще мягкое выражение. Почему вы не прекратите это безобразие? Учтите, это не только мое мнение. Хочу предупредить. Если это не прекратится, мы примем меры. Да. Всего хорошего. До свидания. Ну как? Снова скажете, подставляет вас Александров. Как фанфары трубить, так Александров. Как вот грязь разгребать, так Карташов. Охо-хо. Вот уже у меня где все это. Вот. Вот здесь. И Хромов этот ваш. Да. Михаил Петрович, мне помнится, вы что-то о пенсии говорили. Ну, вроде был такой разговор, а? А что? Да нет, ну... Ну, если плохо со здоровьем. Михаил Петрович, ну, надо что-то решать, правда. А я передумал, Аркадий Николаевич. Передумали? Ну, тогда все в порядке. Mm-hmm. Прекрасно. Лучше у меня со здоровьем. Очень рад. И я рад. Да, Михаил Петрович.
Тут вот какое дело. Понимаете, после этой статьи в газете... Ага. Тут в редакцию письмо пришло. Прям, надо сказать, не очень приятное письмо. Да. Ну, так вот, пишут, значит... Ага, вот. Прошу вас выяснить, тот ли это инженер Карташов, который строил асбестовый комбинат. Тогда, в 58-м, во время... Черт, почерк. Строительство, рухнул цех, погибли люди, в том числе мой муж, прораб Андрей... Ну, в общем, я знаю, что Карташова судили. Если это тот самый человек, то стоит ли восхвалять его? Ну и так далее. Скорее всего, это не так, конечно, сами понимаете. Но письмо написано. Факт серьезный. Не отреагировать. Я просто не имею права. Отреагировать. Скажите, когда поступило это письмо? Ой, Михаил Петрович, ну какая разница? Большая. Ну, больше месяца назад. Почему вы сразу мне о нем ничего не сказали? Ну, откровенно говоря, не решился, не хотел травмировать. А теперь решились. Почему? Ну... Я вам объясню, почему. Потому что... За это время многое встало на свои места, и как-то особенно ясно стало видно ваше фарисейство. Ах, вот как? Объясните. Не хотелось бы, но ведь это всем известно. Пока Михаил Петрович тянул за вас лямку, вы пытались казаться добреньким, диссертацию защитили. А теперь все стало на свои места. Михаил Петрович, вы забываетесь. Аркадий Николаевич. О, Саша, несите все это в 35-ю. Да, и вот это возьмите, пожалуйста. Хорошо. Михаил Петрович. Михаил Петрович, что с вами? Что-нибудь случилось? Потом, Алёша, потом. Вы не спите, Михаил Петрович? Догулялся. Ну, Михаил Петрович. Посмешищем хочешь стать. Почему? То драка, то шляешься по ночам с этой... С кем с этой? Ты же не знаешь ее совсем. Ты спроси у любого, тебе скажут, кто она. Алексей, перестань. Алёша, я прошу тебя. Что ты делаешь? Подожди, Алексей.
Я не останусь у вас, Михаил Петрович! Постой, Алёша, я прошу тебя. Алёша, ну я не то сказал. Ну, понервничал, погорячился. Не уходи, Алексей. Я же хотел... Я за тебя боюсь, потому что ты только жить начинаешь. Алёша, ну все, 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 все. Я не буду больше. Не уходи. Эх, Алексей, Алёша, ты еще молодой человек, у тебя, как говорится, вся жизнь впереди. Конечно, я не смею тебя удерживать. Живи, где считаешь нужным жить. Только единственное, я не хочу тебя терять. Да чего там об этом говорить? Ты помнишь, тогда я хотел ехать на стройку? Знаешь, к кому? У меня там начальником стройки работает мой ученик Морозов. Лучший ученик. Надежда. Так он даже и не знает, что я живу в этом городе. Ну, с руководством стройки я уже, естественно, договорился. И если со стороны преподавателей нет возражений, то... Нет возражений, товарищи? Очень хорошо. Леночка, Елена Станиславовна, фиксируем. Летнюю практику проводим на строительстве в Ботановке. Так. Все, товарищи, все вопросы, в принципе, решены. Аркадий Николаевич, пожалуйста. Да, минуточку, присядьте. Извините. Тут есть еще вот одно дело. Понимаете, какая вещь? Чертовски не хотелось говорить об этом, но я вынужден. Речь идет о вас, Алексей Владимирович. О вас и о студентке Мареевой. Но отношения ваши, вы меня извините за прямоту, не являются секретом. Поначалу я закрывал на это глаза. И, знаете, видимо, напрасно. Город у нас небольшой, все на виду. В общем, дело дошло до того, что кто-то из родителей написал заявление в горком. Ходили жаловаться ко мне сюда. В общем, много всего было. Вот как вы смотрите на это, товарищи? Или вы считаете, что это в порядке вещей? Прошу высказать. Да, какой ж тут порядок. Ну-ну, Марья Васильевна, мы слушаем вас. Ну что ж, вы правы, Аркадий Николаевич. Дело действительно неприятное. Все равно, что, извините, перебирать грязное белье. Да, но я считаю, надо. Алексей Владимирович, я не раз присутствовал на ваших занятиях. И в лицо могу вам сказать, что считаю вас хорошим лектором. Интересное, не шаблонное изложение материала. Хороший язык. Все это так. Но вы уж извините меня. Чем лучше вы преподаете, тем хуже для вас самого. Поясните. Да, сейчас поясню. В своих лекциях, на примере классических произведений, вы призываете молодых людей к высокой нравственности, порядочности, ну и так далее. Да, но в жизни, своей жизнью и своим поведением в быту вы начисто опровергаете все то, о чем так горячо разглагольствуете на лекциях. Вы встречаетесь со своей студенткой, но якобы тайно. Но ведь тайна это. И вы совершенно правы, Аркадий Николаевич. Давно уже стало секретом Полишинеля.
Я не считаю ваше поведение предосудительным. Я считаю его возмутительным. Вы подрываете не только свой авторитет. Вы подрываете учебно-воспитательный процесс в техникуме. Да, уроки лицемерия. Вот что вы преподаете чаще. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, Мария Ивановна, Наташа в какой комнате живет? А, Наташа? Да. Сейчас я вам скажу. Простите, вы не знаете, в какой комнате Наташа Мареева? В 29-й. Ага. Да, спасибо. В 29-й, правильно. Здравствуйте. Да, кто там? Ну, входи. Алексей Владимирович? Здрасте. Здравствуйте. Здрасте, Алексей Владимирович. Здрасте. Мне нужно поговорить. Мне нужно с вами поговорить, Мареева. Да вы входите, Алексей Владимирович. Мы сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты что, с ума сошел? Ага. Зачем ты? Ладно, ну а как дела у тебя? А как у мамы здоровье? Ленка, у тебя зачет сдавали? Шмора. Нет, нет. Наташ. Алёш, уходи. Наталья, ну что ты, ну? Алёш, ты знаешь, что обо мне говорят? Знаю. Не знаешь. Знал бы, не приходил. Наташ. Алёша, ну неужели ты такой же, как Олег? Подождите меня! Я сейчас! Наташ, выходи за меня замуж. Ты в своем уме? Совершенно. Алёш, постой, не спеши. Нам надо привыкнуть друг к другу. Пойми, я боюсь. Но я же с тобой. Я теперь всегда буду с тобой. Алёш. Я вот что скажу, Аркадий Николаевич. Если бы раньше мне задали такой абстрактный вопрос, может ли педагог встречаться со своей ученицей? Я бы наверняка встал на точку зрения Марии Осиповны. Не может, не должен. Но здесь не абстрактный вопрос. Здесь живые, конкретные люди. Наталья Мареева, Алексей Хромов. Молодые люди, примерно одного возраста. И не будь они педагогом и ученицей, кто бы мог бросить в них камень? Я считаю, это не случайная встреча. На наших глазах возникла большая настоящая любовь. Вы считаете своим поведением, своей любовью, Хромов показывает плохой пример учащимся? Но наши учащиеся – это взрослые люди. Они достаточно хорошо во всем разбираются. И если они видят, что их педагог полюбил, что он не стыдит своей любви, не обращает внимания на то, что о Мареевой, справедливо это или нет, ходила дурная молва, то как знать, Марья Осиповна? Не есть ли это пример настоящей, высокой нравственности? Правильно. Разрешите мне. Что с вами?
Подождите, скоро. Что случилось? Что за ворот, ворот, расстегните ворот. Воды, воды. Доктор, скажите, что с Карташовым? Простите, вы кто такой? Мы коллеги, работаем вместе. Родственники у него есть? Да, а что, так плохо? Не скрою, положение тяжелое. А главное, он нам не помощник. Не помогает бороться за свою жизнь. У него случилось что-нибудь? Да. Я так и думал. Надо вывести его из этого состояния, чем скорее, тем лучше. Владимир Николаевич, все готово. Идемте. Да-да, извините. Идемте. Монтировать его отдельно, крупными блоками, от 500 до 1000 тонн. До 1500. Ну, да, но не 3000, как у нас. До полутора. Но не 3000, а как у нас. За 4 часа собрали конвертер. За 4 часа. Я... Да, но это металлурги. Сергей Николаевич, монтажники, ваше слово. Вадим Борисович, риск большой, конечно. Но я за бригаду ручаюсь. Ну, знаете. Стоит поддержать. Ну, если будет оборудование, мы сделаем. Так, все ясно. Товарищи, вопрос ясен. Нам надо приступать к этому методу. Товарищ, вы куда? Что вам надо? Мне надо Вадим Борисович. Вы видите, у нас... Я вижу, да, подождите. Вадим Борисович, простите. Простите, товарищи. Мне необходимо поговорить с вами. Да, но у меня совещание, я занят. Я понимаю, но дело очень важное. Речь идет о Карташове. Что с ним? Он умирает. Так, товарищи, продолжайте без меня. Где он? Он в больнице, в Каменске. Его надо как-то поддержать, понимаете? Каменске в двух шагах отсюда. Да. И не позвонил, не приехал. Вика, машина, да? Пожалуйста. Хорошо. Ты не представляешь, Райка. После этой истории с Олегом я решила, не нужен мне никто. Закончу техникум, работать поеду. И все к черту. И вдруг он, Алеша. И любовь это никому не нужная. Да ты что? Такой человек, как Алексей Владимирович. О таком только мечтать во сне можно. Именно. Разве что во сне. Это ты еще во сне живешь. Я уже давно проснулась, на земле стою. А он... Он не от мира сего. Все забросил, какого-то друга Карташова ищет. Зачем? Ведь он всегда таким будет. Двадцать лет назад Михаил Петрович предложил интересную идею. Строительство многопролетных сооружений. Сейчас так многие строят. А тогда, в разгар строительства, рухнул цех. Погибли люди. Комиссия потом нашла причину. Плохо сваренная ферма. Обвинение с Карташова было снято. Ему опять предъявили это обвинение? Да. А что было потом? Он уехал. И о нем забыли. Да, если хотите. Я был очень молод. Вдруг назначили главным инженером. Летели сроки. О матери некогда было вспомнить. Впрочем... Да.
Ты не сделаешь этого. Ну почему, Наташа? Ну что ты молчишь? Я не нужна ему. Ты не нужна ему? Ты что, с ума сошла? Не знаю. Может быть, потом и вернусь. Но сейчас уеду. Вот вы где, орелики. Ну как же у вас дела? Да все нормально. Ну ладно, я пошел. Счастливо. Ребята, идет. Я ведь сказал, что пойдем. Так, здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Наверное, я причиню тебе боль своим отъездом, но сейчас я не могу иначе. Мне надо побыть одной, понять, разобраться в себе, в тебе. Я знаю, ты добрый человек, добрый ко всем на свете. А я? Наверное, я страшная эгоистка. Мне нужен один лишь ты. Прости меня, Алёша. Я очень тебя люблю.